С начала этого года с предприятий области сократили 3,5 тысячи человек. Эта цифра меньше прошлогодней в два раза, но надо сказать, что в ближайшее время армия безработных может пополниться. Предприятия обязаны предоставлять информацию о грядущих увольнениях в Министерство занятости и труда. Так вот, на сегодня есть информация о том, что в ближайшие 3 месяца без работы могут остаться еще 3 тысячи человек. Из заявленной цифры, как правило, высвобождают в реальности и встают на учет в службу занятости где-то 60-70%. Все остальные планы, как правило, меняются. Предприятия заинтересованы, чтобы дать такую максимальную цифру, и потом чаще всего они от нее отходят в сторону уменьшения. По данным двух ведомств, сейчас в неполной занятости находится 7 предприятий в области. И именно им в первую очередь нужна помощь. Из федерального бюджета выделили на это 20 миллионов. В том числе деньги пойдут и на то, чтобы, например, сотрудники получали новую квалификацию. В рамках поддержки предприятий транспортной машины проведены уже переговоры с руководством РЖД об использовании продукции саратовских предприятий. При этом хорошие перспективы имеет наш завод, завод металлоконструкции по освоению производства инновационных грузовых вагонов. Если верить чиновникам, то спад промышленности остался в прошлом. Сейчас все относительно стабильно. Появляются даже новые рабочие места, их около 7 тысяч. Но в общем преобладает индивидуальное предпринимательство. То есть все-таки люди в основном рассчитывают на свои силы.